Новоясеневский проспект, юго-запад Москвы, отсюда до МКАДа считанные метры. По большому счету, мало чем примечательный спальный район с типичными панельками, но именно здесь, со всеми вытекающими, рос и формировался едва ли не самый культовый гитарист отечественного рока Игорь Чумычкин. Его нет с нами уже почти 30 лет, однако алисаманы и по сей день свято чтут память о нем. И для меня это прежде всего личная история. Когда я был совсем юн, включал любимую видеокассету с концертом для тех, кто свалился с луны, брал в руки деревянный муляж гитары и представлял, что я и есть та самая рок-звезда, которая с первых аккордов буквально поднимает весь зал на уши. Мне почти 30, и ничего не изменилось, и я по-прежнему восторгаюсь талантом Игоря Чумычкина. Как это ни странно, несмотря на его культовость, информации о нем в сети катастрофически мало, и я решил самостоятельно восполнить этот пробел, но, к сожалению, далеко не со всеми товарищами Игоря по музыкальному цеху удалось наладить связь. Что ж, быть может, еще получится. Ну а пока, в день рождения Чумы, подарок всем поклонникам. Интервью, воспоминания Юрия Наумова, лидера группы «Проходной двор», который, вероятно, сам того не понимая, подарил Игорю билет на большую рок-сцену. Приятного просмотра. Юрий, все поклонники отечественной рок-музыки хорошо знают Игоря Чумычкина по игре в «Алисе». Но это, что называется, постфактум. Вы один из тех, кто знал Игоря до того, как это стало мейнстримом, до того, как он стал тем самым легендарным Чумой. И, конечно же, интересно, когда и при каких обстоятельствах случилось ваше знакомство? Связующим звеном был мой замечательный друг, музыкант, клавишник по имени Миша Сикей. Он жил в ту пору в Москве, неподалеку от станции метро «Пражская». И с позднего 85-го года я у него на Пражской отыграл с полдюжины квартирных концертов. Один раз я приезжаю к Мише в гости. И вот я не помню, то ли это осень 86-го поздняя, то ли это весна 87-го. Вот где-то в этих габаритах. И у него на кухне сидит молодой парень, который только что демобилизовался из армии. Я вот не помню, то ли он был призван за 2 года до этого весенним или осенним призывом. Значит, парня зовут Игорь. Молодой такой, взбаламученный, вернувшийся на гражданку. Я знаю, что он работал водителем во внутренних войсках где-то на Кавказе. Это все, что знаю об его армейской службе. И очень такой живой чувак, ну вот как пробка, которая вылетела из бутылки с шампанским. Такой, то есть, вот такой вот, вспышка такая. И при этом понятно, что за 2 года отсутствия на гражданке в стране происходит, на гражданке, радикальные изменения. Люди уходили, в общем-то, в состоянии, зажатости, закрученных каких-то болтов, и вдруг какая-то свобода, динамика, свежак, то есть страна просыпается. И этот мальчишка, который только что вернулся из армии, попадает вот просто, восполняет те пробелы, которые за эти 2 года сложились, и он быстро и с восторгом для себя открывает Эдди Ван Халена и его динамику. И ему это оказалось невероятно созвучно. Он очень сильно прикололся к этому. Мы обменялись телефонами в пространстве, может быть, 2 недели после нашей первой встречи у Миши на кухне. У меня случился в Москве квартирный концерт, и я Игоря позвал. Он пришел, а на момент, когда Игорь оказался на моих концертах, он уже столкнулся, в общем-то, с довольно зрелым пластом вещей, которые мне не стыдно играть сегодня. И на предпосылках вот этой первой встречи, которая состоялась у Миши, и последующего, после того визита на мой квартирный концерт, она нас сильно сблизила, и мы с ним стали часто общаться. Он очень загорелся вообще моим искусством. Он в своем кругу, для людей, которых он знал еще до ухода в армию, у него довольно обширный круг знакомых, он вообще очень открытый, коммуникабельный человек. Он организовал мне несколько квартирных концертов, чтобы свой круг в Москве познакомить с моим искусством. И, в принципе, он стал промоутером, что ли. Это из разряда талантливый человек, талантлив во всем. И концерт организует, и на гитаре сыграет. И вот говоря о гитаре, когда он открылся для вас именно с этой стороны? Он стал брать уроки игры на гитаре у Алексея Белова, который в ту пору был гитаристом группы «Парк Горького». И гитарист, в самом деле, исключительно высокого технического дарования. То есть, в самом деле, виртуоз высокого класса. И вот этот момент, вот этой, скажем, границы 86-87 года, то, что разматывается дальше,
Игорь как бы, то есть мы с ним активно общаемся, он ходит на мои концерты, он проникает с моим искусством. Параллельно он берет уроки игры на гитаре у Белова, слушает альбомы Ван Халена, видит записи его концерта. Его это невероятно вдохновляет. Его, то есть фигура Ван Халена для него становится как маяк, на который он ориентирован как гитарист, одно из ключевых, одно из вдохновляющих. Он знакомится с каким-то парнем, который работает. Были в Москве такие магазины. В частности, был такой немецкий магазин в Москве, который назывался «Лейпциг». И в этом магазине «Лейпциг» был музыкальный отдел. И там продавались немецкие гитары, которые были по внешности довольно-таки качественные копии стратокастера. И Игорек себе вот через знакомого в этом Лейпциге раздобыл паленый ГДРовский стратокастер. И потом какой-то спекулянт привез в Москву, значит, примочку дисторшн компании Digitech. Дод она, по-моему, D.O.D. Дод. И как бы просто педаль дисторшн, у которых, ну, сейчас и взывались, там, корейских в Москве. Тогда такая педаль стоила 500 рублей, при том, что зарплата инженера была 120. То есть надо было выложить, в общем-то, 4 инженерные зарплаты за одну гитарную примочку дисторшн. И как бы Игорёк там просто по всем сусекам соскрёб все свои сбережения, но купил себе это самое дисторшн. И 87-й год, мы так параллельно общаемся, я записываю свой альбом «Неподдающиеся проверке». И к 88-му году я понимаю, что я хочу записать такой взвинченный нервный альбом, который будет называться «Перекати поле». И я совершенно четко вижу, что там есть место для такой взвинченной гитары, нервной, злой. И Игорь является человеком, который вот эту нишу звуковую, он ее восполнит как никто. Он просто, он перфектно вот вписывается в этот звуковой ландшафт. И где-то в феврале или марте 88-го я Игорьку озвучиваю пожелание, что я планирую записать альбом, и я вижу его в роли как бы ведущего гитариста. И где-то, наверное, с середины мая мы с ним начинаем вереницу репетиций. И мои предположения о том, как это прозвучит, они начинают вот просто вот подтверждаться. То есть он тонко чувствовал меня как музыканта, мы вообще вот, мои вибрации, при том, что мы с ним сильно разные, она была очень-очень созвучна. И философски созвучна, и музыкально. И он совершенно четко почувствовал вот тот сырой нерв, который требуется от него, от его игры. И на момент, скажем, середины июля материал для «Перекати поле» был, в общем-то, нами полностью уже скомпонован. Достаточно быстро, даже по современным меркам. А можете вспомнить непосредственно сам процесс записи? Какую роль Игорь сыграл на данном этапе? В отличие от меня, который является очень таким человеком сдержанным и затворником, Игорь феноменально социально активен, коммуникабельным, и у него в разных социальных нишах Москвы множество самых причудливых связей. По его наколке в самом начале августа находится студия, он договаривается то ли через брата, то ли ночью по каким-то своим заточкам, с ночным сторожем студии Иосифа Кобзона, которая находится рядом со станцией метро «Колхозная». Сам Кобзон уехал на юга, то ли в Сочи, то ли в Ялту бомбить и окучивать юга. Стоит, значит, в Москве кобзоновская студия. Причем, по-моему, у него была не одна, а больше. Вот та, которая на «Колхозной». И с ночным сторожем за 10 рублей в час мы договариваемся, мы ангажируем студию на 4 ночи. То есть вот в 11 мы появляемся, и где-то в 7 часов утра мы должны оттуда вывинтиться. И мы записываем за 3 ночи, значит, альбом, и за 4 мы ее сводим. На этой в студии Кобзона на «Колхозной». И при том, что там есть целая вереница песен, на которых Игорь блистательно сыграл, наверное, наиболее ярко, ну, то есть это просто вот вещь, которая была
практически всецело отдана ему на съедение. Это «Куда течет кровь». И он там просто отжег по полному, он там просто оторвался. То есть его там вообще никто не сдерживал, то есть просто давай, рубись, отец. И отец рубился. Да так дорубился, что угорел в хорошем смысле сам Константин Кинчев. Можете чуть подробнее вспомнить этот момент? Как так получилось, что записью заинтересовался лидер Алисы? После того, как альбом был сведен, по-моему, это середина августа 88 года, я еду в Питер, и прямо с поезда по прибытии я заезжаю в гости к Нине Барановской, которая в ту пору была секретарем Ленинградского рок-клуба. И в качестве подарка дарю ей на бобине первую копию моего свежеиспеченного альбома. Вот, обнимаю ее и еду к себе отсыпаться. А на следующий день к Барановской приезжает Костя Кинчев из Москвы. И Нина ему говорит: а Наумов новый альбом записал. И Костя типа: ну, дай послушать. И сначала ставит «Перекати поле», а там чума. Отжигает не по-детски. И, видимо, вот эта песня «Куда течет кровь», вот она и стала тем ключом, который открыл двери к последующим событиям. Значит, Костя звонит мне. И как бы так. Я тут у Нины твой альбом послушал. Что там у тебя за гитарист играет? Я говорю: нравится. Он говорит: ну да, крутой перец. Вот. И я дал Косте московский телефон чумы. Юрий, вот здесь я хотел бы остановиться чуть более детально. Вы сами говорите, что почувствовали потенциал в Игоре, как в гитаристе, и с такой легкостью поделились контактом. Неужели нигде не взыграло желание припрятать такой талант? Не затаилось какого-то, может быть, ревностного отношения? Нет, 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 нет. Дело в том, что у меня с Костей был момент настоящего теплого рок-н-ролльного товарищества. И я знал амбиции Кости быть большой сценической звездой, попытаться собрать супергруппу, сделать это так, чтобы это получилось именно вспышка. Я не знал, срастется, как бы выгорит этот вариант или нет. Но если бы меня спросили: ну вот ты понимаешь, что это будет разматываться дальше? Я сказал бы: да. Но как ты думаешь, это будет круто, зная Игоря самого по себе и зная Костю самого по себе? Я мог бы тогда, в августе 80-го, сказать: да, это будет круто. Потому что этот момент сценической совместимости, который каждый из них может держать свой периметр, не конфликтовать с собратом по сцене, и при этом взаимоусиливать общий посыл, это считывалось очень внятно еще тогда. И то, что это сработало, и сработало настолько великолепно, меня это не застало врасплох. Все, все правильно, все на месте, так и должно было быть. И у меня не было никакой ревности и никакого ощущения того, что в этом есть какой-то косяк или какая-то неточность. Есть выражение: оказался в нужное время, в нужном месте. Из группы уходит Андрей Шаталин, на его место приходит москвич Чумычкин, и начинается поистине красочная история. Что вы думаете об этом, пусть и коротком, но невероятно ярком периоде жизни Игоря? Он попал в Алису как раз вот на переходе, когда группа уходила из достаточно крупных залов, но уже малые стадионы. Я не помню, то ли это ранний декабрь, то ли это поздний ноябрь 88 года, в Лужниках был большой мемориальный вечер, посвященный Саше Башлачеву. И, по-моему, предпоследней на этом мемориальном вечере выступала Алиса. И это был первый концерт Алисы, в составе которого играл Игорёк. Как только Костя отходит от микрофона, вспыхивает
вторая звезда. И поэтому получается, что вот это сияние, это излучение, которое шло от группы, оно получилось в силу вот такой конфигурации прикольной, не прекращающейся. Он, конечно, своей харизмой, он оказался великолепно именно сценическим музыкантом. То есть бывают музыканты восхитительного уровня на записях, но на них скучно смотреть. А Чума, он оказался именно то, что называется перформер, то есть человек, который дополнительно вспыхивает, когда перед ним есть живая аудитория, это дает ему турбонаддув, и он очень возгорается от этого. И, в общем, в принципе, я понимаю так, что до его ухода в апреле 93 года в истории Алисы это было, наверное, наиболее такое кульминационное время. И для Игоря, наверное, это было временем воплощения мечты, когда просто то, наверное, о чем он мечтал как рок-музыкант, вот это все вспыхнуло. Именно когда в составе близких по духу людей человек занимается любимым делом, играет ту музыку, которую хочет, записывает, его голос слышен, к его мнению прислушивается. Я думаю, что в совокупности, по крайней мере, некоторое время в Алисе это было для него по-настоящему счастливое время. Говорят, что он очень сильно увлекался восточными практиками и вообще, в принципе, был неординарным человеком. Вы замечали нечто подобное? До моего отъезда из страны в октябре 90-го года мы с ним продолжали общаться, у нас с ним просто были великолепные товарищеские отношения. То есть просто духовно близкие. Но наши общение, оно было, в общем-то, по музыкантским заточкам. То есть мы не говорили ни о Востоке, ни о медитации, ни о чем, ни о единоборствах. Это был момент музыки. Его, например, интересовал момент альтернативных аккордов. Потому что он был в кругу, в котором люди ширялись, люди бухали. И он имеет дело в моем отношении с музыкантом, который живет абсолютно на сухую, без каких-либо субстанций. И при этом творит абсолютно такие наркотические звуковые миры, оставаясь трезвым. Вот этот момент, как ты это делаешь? Как у тебя так получается? Чтобы не заширявшись, сдвинуть свое сознание, сместить его настолько, что вдруг перед тобой открываются вот эти поразительные ландшафты. Как это? Вот этот опыт взаимодействия. И он сам стал играться с альтернативными странами. Он мне показывал какие-то наработки, которые он делал. Очень красивые. Он на момент уже второй половины 87-го года он показывал ряд фрагментов, которые он сочинил. Он хотел сам писать песни. Тексты были не на уровне. Музыкально это были великолепные совершенно находки. То есть как музыкант, он, при том, что он вот-вот пришел из армии, будучи младше меня, чисто по возрасту, он оказался в это активно включен, и он приносил новости из тех ниш, от которых я оказался отсоединенным. И он очень интересные вещи мне тоже рассказывал, он просто что есть и как это достигается. Например, он узнал, что Эдди Ван Хален пользуется специальным порожком с качалкой. И этот порожек делает компания Floyd Rose. Я помню, что он где-то 2 часа мне втирал про вот этот Floyd Rose и про вот этот тип качалки, благодаря которому ты можешь так гитару качалкой нагнуть, потом разогнуть, она держит строй. И при этом... То есть вот эти все невероятные штуки, часть из которых он применил во время солирования на моей песне «Куда течет кровь». Это определенные технологии, и его невероятно это интересовало. А все, что происходило уже после моего отъезда из страны, это только по слухам, потому что началась моя иммигрантская история, и просто связи, они не то чтобы прервались, но они сильно растянулись, и некие вещи отодвинулись. Поэтому на уровне непосредственного опыта это, пожалуй, все, что я могу рассказать. Гам.
Thank you.